На расширенном совещании руководителей и работников районных и городских отделов культуры республики подвели итоги работы за прошлый год и грамотами отметили отличившихся сотрудников за профессиональный подход к делу. Фатима Даурова подробнее. Встреча творческих коллег по цеху была приурочена ко Дню работников культуры России. Основной посыл мероприятия – это обсуждение отчетных концертов, которые прошли во всех районах и городах республики, подведение итогов с напутственными словами от членов комиссии. Главные замечания, которые были выявлены, касались нескольких организационных моментов. Например, важный и актуальный вопрос – как зацепить зрителя, привлечь и удержать. Задача была поставлена главой республики Рашидом Борисовичем Тимрезовым, который особенное внимание поручил уделить работе кружков, тому, чтобы дома культуры жили, чтобы там были еженедельные мероприятия. К сожалению, еще не везде получается такую работу выстроить, потому что все-таки есть дефицит кадров, где-то не хватает штатных единиц, где-то нету самих людей, которые могли бы работать. И я думаю, в следующем году, когда стартует программа «Земский работник культуры», объявленная президентом страны, наконец у нас вот все части этой мозаики соберутся, и построенные дома культуры, и обученные специалисты, и материальная поддержка тех, кто хочет работать на селе, все это вместе наконец придет к тому, что многолетняя программа уже начнет давать плоды еще больше, чем в этом году. После официальной части началась более приятная, которую участники встречи ждали с большим энтузиазмом. В торжественной обстановке работникам культуры были вручены заслуженные награды за вклад в развитие культуры Карачаево-Черкесии. Почетные грамоты ведомственного министерства и Республиканского центра народной культуры пополнили портфолио достижений многих профессионалов своего дела. Для продвижения культуры в массы, для ее работы созданы все условия. Это новые дома культуры, которые, к нашему счастью, начинают свою активную работу. Это работа и подведомственных учреждений, и концертных организаций. Это огромное количество мероприятий, проводимых на местах. В данном случае несчетное количество концертов патриотического характера, концертов, митингов, поддержку участников специальной военной операции. Поэтому я думаю, что цели и задачи, которые поставлены, они выполнимы, и мы идем верным путем. По итогам проведения республиканского конкурса отчетных концертов творческих коллективов дипломом третьей степени удостоено Управление образования и культуры Абазинского района. Вторую позицию разделили между собой отдел культуры Хабесского района и комитет по культуре Усть-Джигутинского. И, наконец, возглавил список победителей отдел культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского района. Фатима Даурова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.